Когда-то здесь была дорога в деревню Струково, но сегодня от нее остался лишь указатель. Дорога уже 5 лет как распахана тракторами СПК «Стародворский». Именно он скупил земли вокруг деревни. Жители проложили было другой путь. 800-метровый участок засыпали битым кирпичом. Но и эта дорога существовала недолго. Ездят, начиная здесь от малого трактора и кончая кировцем, самым большим трактором, который желтый, сильный трактор. Бьют дороги и все, а чинить за собой они не собираются. И ни разу я не видел, чтобы кто-то чего-то здесь чего-то подсыпал. Показатели смертности с тех пор в деревне резко выросли. Врачей да больных деревенские несут буквально на руках. Заболел этот самый сосед наш в деревне, Михаил Матвеевич Швед. Сердечный приступ был. Вызвали скорую. Приехали врачи. Они шли в лето, можно сказать. Как раз прошел дождь. Вот. До деревни их чуть и на руках донесли. Нет, мы ничего не будем. На руках вынесли, положили, увезли. Не доехали до поворота на птицефабрику. Он остановился, у него сердце. У нас бабушку одну заболела. У нас у него такой бункер приделанный к трактору. Так ее ложили туда, довозили до Семеновского. И оттуда уже везли на скорой помощи. Старожилы не припомнят, чтобы к ним приезжал когда-то чиновник. Впрочем, однажды летом, аккурат перед выборами, жители деревни вызвали в энергетик, где расположена контора Калакшанской администрации. Приезжали представители областной администрации. Сказали, мы, в общем, приехали в отношении дорог ваших. Провели с нами собрание по выбору. Кого мы выбирали? Вместо Виноградова. Губернатора. Губернатор, да. Вот, поговорили, выбрали, значит, губернатора. На прощание мне сказали, мы к вам через месяцочек приедем и посмотрим, что здесь делается. И до сих пор их нет. Устав ждать помощи от чиновников, жители пошли на поклон к Александру Горшкову. Но председателю СПК «Стародворский» нынче не до чужих забот. Против него возбуждено сразу несколько уголовных дел об отмывании бюджетных денег. Меж тем, местные дороги стали уже так плохи, что техника не смогла убрать целые гектары урожая. Конечно, они не убрали. Вот через можно смотреть, вот где народ стоит, клевер, поле. Вместе с ячменем они его оставили. Проезжали мимо, ячмень, поле, там много гектар, оставили его тоже. Кукуруза дальше выше там тоже оставили. Так уж получилось, что оба главы Калакшанского сельского поселения Владимир Чугунов и Собинского района Виктор Аникин оказались в отпуске. Не вышел на связь с нами и председатель СПК Александр Горшков. Остается только надеяться, что те чиновники обладминистрации, которые приезжали в энергетик агитировать местный люд перед выборами, все-таки сдержат свои обещания. И дорога в деревне Струково и Брянцево будет восстановлена. Евгений Локтионов, Александр Мажаров, 6 канал.